за особые заслуги перед Родиной и Новосибирской областью. Президенту концерна «Сибирь» Валерию Червову вручили наградное короткоствольное оружие пистолет «Глок». Командующий Сибирским округом войск Национальной гвардии генерал-полковник Виктор Стригунов пожелал заслуженному строителю России здоровья и воплощения всех идей и усилий, которые он прилагает для развития нашего региона. По решению губернатора Новосибирской области и командующего Сибирским округом войск Национальной гвардии Валерию Дмитриевичу Червову вручен пистолет «Глок». Это пистолет утвержден президентом как наградное оружие. И за особые заслуги перед Новосибирской областью, за взаимодействие с войсками Национальной гвардии Российской Федерации, главнокомандующим войсками Национальной гвардии генералом армии Золотом Виктором Васильевичем было принято это решение и состоялся приказ о награждении. Это признание особых и больших заслуг Валерия Дмитриевича перед нашей страной. Валерий Червов поблагодарил всех, кто ходатайствовал за присвоение этой высокой награды, и отметил, что для него это особая честь. Поддержку армии концерн «Сибирь» оказывает уже долгие годы. По словам президента одного из крупнейших застройщиков региона, укреплять мощь России было важно всегда. А сейчас эта поддержка важна особенно. Это оружие наградное для меня особое. Это высокая честь, прежде всего. А второе, это очень высокая оценка моих скромного вклада в укрепление оборонной мощи и укрепление правопорядка и защиты правопорядка и свобод граждан Российской Федерации и Сибири, Сибирского федерального округа, где командующим, так сказать, войсками Сибирского округа является генерал-полковник Виктор Николаевич Стригунов. Я приложу все усилия, здоровье, вот так вот свое, к тому, чтобы еще послужить Родине, Матушке, России, Матушке, народу, Новосибирскому и Сибирскому Отечеству, вот во славу Божию, вот так вот, и на пользу людям, главное. Спасибо. Особой важности моменту добавляет то, что Валерий Червов получил первый наградной ГЛОК в Новосибирской области.